Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В пятницу в столице ожидается облачная погода и небольшие осадки. Как сообщается на портале Метеоновости, 28 февраля температура воздуха в Москве составит плюс 1, плюс 3 градуса, а по области минус 2, плюс 3. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха около 70%. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!